не забудьте подписаться на наш веселый канал, чтобы не пропустить все самое интересное. В этом мастер-классе мы покажем процесс изготовления простой поделки из бумаги. С использованием трех цветов мы можем сделать забавного ежика. Для создания такой поделки мы приготовили бумагу розового, коричневого и белого цвета, ножницы, черный маркер, клей. Туловище нашего ежика мы будем делать из розовой бумаги. Отрезаем половину листа А4. Теперь с одной стороны вырезанного прямоугольника загибаем боковые уголки. С этой же стороны загибаем заготовку вниз, так мы формируем мордочку будущего ежика. С другой стороны выполним небольшой разрез посередине заготовки. Делаем сгибы в нижней части, это будут лапки. Для создания других лапок вырезаем пару заготовок из розовой бумаги и приклеиваем их по бокам туловища. Верхние уголки по бокам загибаем, это будут ушки ежика. Теперь займемся оформлением мордочки. Из белых кружочков делаем глазки, а носик выполним из черного кружочка. Черным маркером оформим коготки на лапках. Далее воспользуемся коричневой бумагой, из нее мы будем делать колючую шубку для нашего ежика. Прикладываем розовое туловище на коричневую бумагу и вырезаем заготовку для шубки. Приклеиваем ее к обратной стороне розовой заготовки. По краю коричневой шубки делаем надрезы, которые будут имитировать иголочки. Аккуратно подкручиваем их с помощью ножниц. Наш ежик из бумаги готов. Поделитесь мастер-классом в соцсетях. Посетите наш сайт и Яндекс.Дзен канал своими ручками. Подпишитесь на YouTube канал. Главное. Большое вам спасибо за лайки. Всего доброго. Все ссылки под видео.